В основном работы там ведутся по поручению губернатора. Распоряжения касаются создания комфортных условий для жизни и отдыха горожан. Руководитель региона посетил Вишняковский сквер, где недавно закончили реконструкцию первой очереди. Оценил Вениамин Кондратьев и темпы работ по закладке новой аллеи в честь 80-летия Краснодарского края в юбилейном микрорайоне. Место рекреации обсудят и на гидрострое. Там появится Николаевский бульвар. Каждый клочок земли этих зеленых зон буквально вырывали из рук частных владельцев и арендаторов, которым в свое время удалось завладеть ценными гектарами. Сегодня уже создают проекты будущих парков. Глава региона отметил, что позиция властей однозначна. Город не должен растерять зеленые зоны из-за частных интересов. В ходе объезда посетили и самовольно возведенную вышку в микрорайоне Пашковском. Краснодарец установил башню сотовой связи на арендованном участке. Местные жители сразу отреагировали на такое соседство. Власти города подали 22 исковых заявления в суд о сносе незаконного объекта.